На самом деле это такое небольшое мероприятие, возможность пообщаться тренером, HR-ом, менеджером, ну, менеджер в меньшей степени, то есть теми, кто, собственно говоря, обеспечивает взаимодействие между тренером и HR-ами, для того, чтобы как-то сориентироваться вообще, куда у нас вот рынок обучения, тренингов, там, образования, бизнес корпоративного, куда он движется. Может быть, что-то такое интересное словить, тренерам понять, что вообще надо, HR-ам понять, что есть, ну и, может быть, наведет на какую-то идею, что «О, я не знал, что это мне надо, а вот мне уже надо». Ну и чтобы так вспомнить о том, что все-таки наше дело, которое мы все делаем, оно вот нужное, полезное, важное, интересное, чтобы делать его лучше, точнее и больше пользы людям принести. Ради интереса, коллеги, вот сейчас уже пообщались, да, какой-то длинный завтрак, буквально 3-4 слова скажите, вот что удалось словить, может уже какую-то вот идею, какой-то вот трендик, какая-то вот, вот что, чем-то уже хочется поделиться, есть уже что-то такое? Пока нет, пока кофе. Мы в новой медицине, а человек делает медиа, люди делают его. И действительно, возникает сейчас очень много вещей, насколько можно использовать скайп, IT-технологии, насколько это применимо, и вот это действительно очень интересно выяснить. Эпоха медиа, приложение, да, насколько вообще вот предел применимости того или иного медиа в использовании тренинга. Насчет как грань без перебора, да? Спасибо за дистанционную. Кто еще что сказал? А вы в нашем выпуске говорили о роли тренера в нынче, потому что она особенная. В чем особенность? Ну, в чем ее особенность? Ее особенность в том, что невозможно уже просто клишированные какие-то вещи делать упражнения бездумные, а нужно, мы создаем осознанность, то есть работаем с сознанием человека. И очень важно, чтобы тренер сам осознавал. Да, осознавал, и какой концепт он воспринимал сам, какой концепт он несет. То есть говорящие головы уже не в моде. Да, а еще важно, чтобы сообщество вырабатывало общий концепт, понимало, чтобы не было разнобой какой-то. И мы сами тоже туда поднимались. Ну да, чтобы не учить одному, потом разучивать, и учить там в другую сторону. Да. Там. Спасибо. А что, на что еще обратили внимание Славина? Мы говорили о поле такой общей, да, молодежи. В частности, о связи молодежи с областью продаж, о том, как на сегодняшний момент наша молодежь, которая еще школьники, как она себя идентифицирует относительно рынка труда и кем она себя видит на этом рынке, и как она видит профессию менеджера по продажам с точки зрения интересности, возможности зарабатывать на это деньги. То есть не полярный. Нет, ну скажем так, что пока что очень маленькое количество молодежи способно идентифицировать себя с продажами вообще в принципе. То есть это такая некая расплывчатая грань, по которой только понятно, что там что-то надо делать, может быть, можно денег заработать, а все остальное пока не точно. То есть как область развития продажи не воспринимают? Нет, не очень. Ну, есть хорошая область, да, то есть изменение отношения к продажам уже не на уровне навыков, а на уровне именно отношения. Хорошо, еще кто что словил? Давайте еще буквально две идейки. Также мы обсуждали о том, что важности проведения тренингов для подростков. Кстати, самоопределение. Заблаговременно. Потом не тратить деньги корпорации. Во-первых, это улучшает общий фон нашей молодежи подрастающей. Первое. Второе, это как бы рост будущего потребителей этого рынка. Дешевле, быстрее будет их потом вводить в работу. Спасибо. Ага. Еще давайте последнюю какую-то фишку, которую удалось словить. Кофе был вкусный. Пока отвлеклись. Ну, наверное, то, что да, надо общаться, и то, что работа состоит не только. В заключение мне почему-то показалось, что работа тренера стала больше похожа на работу психотерапевта. То есть главная задача не симптом какой-то отдельный вылечить, а просто изменить человека полностью. То есть изменить структуру, да, если. Опасно. Опасная работа. Да, я же страшно. Ну, в принципе, да, что спектр навыков у нас ширится, и проблематика, она тоже ширится, тем более там весна, осень, которая сейчас все время, то есть, которая, что зиму лет уже отменили, то есть теперь сплошная весна и осень, поэтому время обострения, оно как-то не кончается, ну и тренеру приходится как-то подстраиваться под сезонные особенности, которые теперь круглый год. Алексей, да. Но тем не менее, если мы уже можем говорить о психологии и тренинге, я считаю, что это вообще уже правильно. Потому что сколько-то лет назад, когда мы говорили, только не психологии, только не это.
А сейчас мы уже можем говорить не только в своем сообществе. То есть психологи теперь не только вредны, но и полезны. То есть уже признали, что психология тоже имеет право на существование в бизнесе и может быть даже как-то там пригодится, пользу принесет. Хорошо, ну то есть, по крайней мере, сейчас понятно вообще, что с ней делать, то есть она занимает свое место вот в управлении, в HR, да, ну, вероятно. Хорошо, коллеги. Ну вот так вот потихонечку, да, главное для себя, вот я к чему призываю, ловите тренды, ловите вот то, что реально происходит в мире, потому что, кроме как с коллегами, часто обсудить это не с кем. Потом мы занырнем в свою рутину, бросимся в бой, начнем там зарабатывать деньги, там решать рабочие вопросы, спасать свои компании. И забудем, то есть и потеряем, можно снова потерять вот эту вот систему ориентиров в пространстве, то есть куда же надо грести. И можем бодро, весело, активно, энергично, так, ну как мы умеем, да, компетентно пахать вообще совершенно не в ту сторону, чтобы вот для того, чтобы приносить все-таки больше пользы, чем вреда, полезно время от времени вот так вот выделять какое-то время и ориентироваться в том, что актуально, полезно, важно, нужно, интересно. Надеюсь, что сегодняшний день нам в этом поможет. Спасибо большое. Начнем. Спасибо, спасибо. Вот хочу уже в более организационных моментах. С программой все знакомы? Кто не знаком, на дверях есть, если что, с двух сторон. Поэтому не стесняемся, смотрим или спрашиваем, что у нас сейчас будет происходить. Сейчас начнется живая оценка. Экспертная оценка рынка обучения. Посмотрела я программу. Здесь у нас сейчас остаются HR, те, кто тренеры, и все, кто про обучение, все уходят в тот зал. И там уже на месте мы расскажем, в чем мы будем заниматься. Потом махнемся. Потом обязательно объединимся. А, мне, кстати, Алексей. Вообще, Алексей Сергеевич, генеральный директор своего управления. Здесь, да? Так, пожелание, да. Нет, сейчас у нас будет живая экспертная оценка рынка обучения. Темы будут позже в 11. Сейчас здесь остаются HR, которые тренер. Просто повторить. Будем делать одно и то же, просто будем с разных сторон смотреть на одно и то же. Там будет еще много здесь тренера, создавать все равно HR, да, позиции HR. Мы сегодня здесь для задавания вопросов. Есть вопросы, пожалуйста. Сегодня мы. Ну что, есть у нас? Нет у нас. Ничего, можно начинать. Ровно через 40 минут. Я за вас хорошо. Будьте. Коллеги, доброе утро еще раз. Меня зовут Ольга Новодворская. Я тренер компании Masterclass. Я точно так же HR крупной IT-компании, HR-бизнес-партнер крупной IT-компании, руководитель стартингового проекта, в общем, у меня там швец, местный такие крец. Поэтому я стою на грани двух миров, да, я стою на грани мира тренеров, частью которого я являюсь, потому что я веду тренинги, я стою на грани мира HR, потому что я HR-бизнес-партнер, и мне нужно отвечать моему бизнесу на вопрос, нужно ли нам учиться, или нужно, если нужно, то чему. Поэтому я сегодня предлагаю сделать забавный эксперимент. Надеюсь, что он будет не только забавный, но и полезный. За этой стеной, которую мы действительно разделены, если мы говорим о бизнес-смысле, да, HR-ов и бизнес-тренеров, находятся бизнес-тренеры. И я предлагаю сегодня пообщаться, сформулировав вопросы к бизнес-тренерам и получив ответы на наши вопросы, потом, соответственно, получить ответы на свои вопросы от бизнес-тренеров и дальше посмотреть, как мы видим тренды в обучении, чего мы хотим и совпадает ли это. Какой вопрос? Нужно. И тут инди-конференция, только тут HR, там бизнес-тренер? Yes. Я бизнес-тренер. Можете остаться здесь, но в принципе вы из того лагеря. Да, то есть вы можете пойти туда и оказаться в родной среде. Вот, коллеги, для того, чтобы нам было удобно работать, я предлагаю разделиться на группы. Единственное, сколько нас человек, я не очень вижу. Давайте как-нибудь с заднего ряда посчитаемся. Один, первый. Два, три. Шесть, семь, восемь, девять, тринадцать. 14. Прекрасно. На 5 групп мы делимся замечательно. Тогда по любому принципу, ну давайте по принципу рядов, делимся на 5 групп, ну в одной из которых будет, соответственно, чуть поменьше людей. Окей? Да.
Вот, только у меня просьба, давайте вот классическую тренинговую схему, да, там группа, Группа у нас получилось 4, правильно? Можно еще одну группу организовать. Давайте мы еще одну группу организуем, чтобы групп было 5, потому что у меня математика рассчитана на 5 групп. Давайте мы оторвем от кого-нибудь. Можно от вашей группы оторву несколько человек, двое? Ну, здесь еще девушка, да. Куда мне? Да, вот, вот, давайте так, да. Все. Мы все, как HR или как люди, которые работают от бизнеса в сторону коммерческого блока образования, как-то на этот блок смотрим, как-то мы его оцениваем, что-то мы про него думаем. И я предлагаю сейчас задать мучающие нас вопросы бизнес-тренерам. Поэтому в каждой группе у меня просьба за следующие 3-4 минуты сформулировать два вопроса, которые были бы вам актуальны и очень рвут сердце, на которые вам хотелось бы, чтобы бизнес-тренеры вам ответили. Задание понятно? Отлично. У вас 3-4 минуты. Кто виноват, что есть? Что? Вот это типичный вопрос. А, я уже... Ольга, а у вас вообще слышится? Пожалуйста, вот извини, да? Есть. Как руководители вообще на это реагируют? Вот, я же не руководитель, а вот основной заказчик. Да, потому что, с одной стороны, мы можем проявлять, компания это делает, что они не структурированы, не системы, хаос, трэш. Но вот на 2 года удалось создать систему, поэтому они у меня абсолютно все воспитаны. Мы создаем ИПР, мы создаем план развития, у нас есть система подготовки развития. Я хочу сделать, я пошел сразу на работу. Убрать из работы, у нас нужно сотрудничать, с чем она связана, что мы решаем, как это сопротивлялись, как мы сначала получили, но, соответственно, сейчас как бы достаточно жестко стоит, у тебя есть потребности, мы тебе делаем, у тебя есть Очень все шаблоны, все же предлагают, У меня тоже есть такое ощущение, и поэтому я, например, не могу выстроить систему. Вот у меня лично есть противоречие. Ведь я не могу предложить директору, да, вот что-то такое, о, да, что было бы ему, ну как, о да, класс. Я понимаю, что я бы, наверное, смогла развивать Никак. И я понимаю, что ограниченного бюджета, как у меня сейчас есть, да, я понимаю, что директор, человек, который на рынке там уже очень... Компания торговая, компания со шведским капиталом, компания нацелена очень сильно на именно на зарабатывание денег на привлечение, не на привлечение, а на увеличение доли рынка, вот. Ну, что не очень хорошо получается, потому что это строительство, это инженерная сантехника, то есть сейчас рынок такой очень, и у фондов в том числе, то есть это такое, да,
И я понимаю, что почему у нас учить собираетесь, деньги зарабатывать надо. Вот в чем суть. Мы сами покупаем готовых образованных. Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, ну, надо что-то сделать внутри, чтобы они, конечно, продавали хорошо. Но, в общем-то, если будут продавать как-то, то тоже не понятно. Да, конечно. Поэтому я понимаю, что, в принципе... А какой менеджмент? А Ну вот, например, у меня тоже не заложено в бюджете. Я понимаю, что я прихожу, ребята, мне прям заложено, вот будет интересно что-нибудь. Разворачивайтесь немножко в мою сторону. Например, я могу тебе сказать, что мне не современных абсолютно подходов и повторений уже там, не знаю, ситуационных лидерств. Коллеги, супер, спасибо. Итак, начнем с первой развернувшейся ко мне группы. Как звучат ваши два вопроса? Первый вопрос наболевший. Uh-huh. Я думаю, все коллеги согласятся со мной. Это повышение вовлеченности участников. Как вопрос звучит? Ну, это вопрос. Как повысить вовлеченность участников тренинга с возрастом от 19 до 24 лет с целью повышения эффективности? От 19 до 25, то есть мы говорим о молодой аудитории. С целью повышения эффективности. Потому что люди старше, они это понимают, а вот младше. Скажите, вы сейчас поделили ваш общий список вопросов. Окей, второй ваш вопрос. Как организовать эффективное дистанционное обучение сотрудников и их аттестации? Прямо аттестацию, не оценку? Аттестацию. Вот в юридическом понимании этого слова... Да, так, коллеги, стоп. Я понимаю, что все тут про трудовое законодательство. Ваш вопрос про что? Ваш вопрос про то, чтобы на основании проведенного... Аттестация с целью перехода с категории на категорию. То есть это официальная процедура, в которой фиксируется документально. То есть все-таки документальную аттестацию в соответствии с трудовым законодательством. Обучение, оценку, аттестацию ПДК, значит, дистанционно. Угу, все, окей. Спасибо большое. Но у нас как вызвать желание учиться у как раз не молодого поколения, а более возрастного? Желание учиться. Которые как бы все знают. А бизнес-тренинг думают, что они знают. Поколение 35-45, да? Да, Миша, 35-45. Ну и вытекающий вопрос, что и как сделать интересным тренинг для опытных менеджеров? Опытные от 10 лет. Который приходит на тренинг и считает, что он все лучше. Я хочу, чтобы вы о продаже сейчас говорили. Ну, продажи больше всего это я провожу. Работающих более 10 лет. Еще вопрос, есть ли какой-то механизм оценки проведенного обучения? Механизм эффективности обучения оценки. Механизм оценки эффективности обучения. Так, окей, спасибо. Ваша группа. Насколько быстро и эффективно можно обучить наших сотрудников управленческим навыкам? Можно ли это вообще сделать? Насколько быстро это и подразумевает за день или за год? Насколько быстро? Управленческим навыкам. Продажи. Сельское хозяйство. Так. Ну, если неким заменить, вот есть там село, да, например, и там нужны управленцы, вы их не можете никем заменить, их надо обучать, и надо, чтобы они руководили. И второй вопрос от вашего. А второе,
опять же, насколько быстро и качественно вы можете делать комплексную программу развития персонала. Здесь речь идет о торговом персонале, и тоже их можно... Или это ваша интерпретация? Скажите здесь вашу. Да, да, здесь речь идет о делать комплексную программу для руководителя обучения торгового персонала, правильно? Нет, нет. Нет, торгового персонала, а руководителя. Руководителя. Да, но руководители линейные, не торговый персонал. Окей. Да? Линейные. Ага, так, хорошо. А, вот так, следующая группа. Мы, наверное. Угу. Ну, у нас в нашей группе два вопроса, один искать на другой. Первый. Кому, как и чему учатся бизнес-тренеры? Вообще какие-то примеры того, кто последний раз где-то учился? Знают ли тренеры свои слабые и сильные стороны? Как-то вот как. Значит, еще раз вопрос, как они работают над своим развитием? Так, как бизнес-тренеры работают над своим развитием? Насколько бизнес-тренеры ищут свежие идеи, подходы и методы? Как не свалиться в банальность? Вижу идеи. Да. Ага. Ну идти в банальность. Не уйти в банальность. Окей. Так. Групп у нас 5, по вопросу должно быть по 2. У меня что-то... Потому что один был... У меня один был 3. Я 3. Я сделала 3. Ну, это понятно. Но у меня групп 5, а вопросы у каждого по 3. А, 4, все. Математика уже сбилась у меня. Отлично. Хорошо, смотрите, Алина, подскажи, пожалуйста, там у нас деление на 5 групп, потому что у нас арифметика должна совпасть, потому что там тоже пойдет групповая работа. Такая же. Значит, будет 2 человека. Нам придут ответы, вопросы оттуда, да? Вот тут один вопрос, можно объединить. Там 5. Отлично. Там 5. Значит, смотрите. Нет, у нас задача сделать так, чтобы они сейчас будут слепливать вопросы, и мы будем слепливать вопросы. Наша задача слепить вопросы так, чтобы их осталось 5. Как их можно слепить так, чтобы их осталось 5, коллеги? Какие вопросы? Нет, какие вопросы можно слепить? Про вовлеченность и по-моему, там будет это важно. Вот умными, да, юными, да. Вот, ну, то есть крайние группы. Мне кажется, что вот этот вопрос можно совместить, да? То есть как бы. А повысить вовлеченность участников? Тренинга в возрасте 19-5 и, соответственно, мало того. Нет, я бы выделила на. Вот прям вопрос, просто завела бы 3 группы. Первая группа вот эта, вторая группа, соответственно, 35+. И третья группа, которую мы спрашиваем про опытных сотрудников, работающих более 10 лет. Так, опытные сотрудники. Работающие более 10 лет. То есть у нас как бы получается один вопрос, но при этом он содержит в себе 3 подвопроса. То есть, ой, мамочки, у нас сюда ушло. Так, сейчас. Значит, у нас сюда ушло вот это. И вот это вот тоже у нас сюда ушло. Все, значит, эти вот вопросы у нас ушли, правильно? Так, окей. Хорошо, значит, вот это вот вопрос номер 1 с 3 подпунктами. Дальше. Какие-то еще вопросы слепливаются? Дистанционно очень интересно. Ну вот это вот отдельный вопрос, я считаю, да, оценка дистанционного обучения, точнее не оценка, а организация эффективного дистанционного обучения и оценки именно аттестации по трудовому законодательству. 8-9? Да. Ага, а как слепить? Как бизнес-тренеры работают над своим развитием? И насколько бизнес-тренеры ищут свои идеи? Ну, как они, грубо говоря, как бизнес-тренер оценивает собственную деятельность и как он развивается в своей профессии? Саморазвитие тренера. Давайте как-то, вот как можно сформулировать этот вопрос, так, чтобы он был единым? Ну, здесь идет речь об оценке, и идет вот речь о развитии. Нет, надо в чат записать, потому что надо в чат выдавать. Хорошо, окей. Сейчас. Переворачивание, я дозову приклейку. Хорошо. Продолжаем. Ага. Так, значит, как мы единый вопрос формулируем тогда? Как бизнес-тренер развивает себя и не сваливается в банальность? Достаточно легко? А там как раз один вопрос был про то, как он развивает себя. Ну, как бы тут профессионализм, на самом деле, у нас все-таки важны две вещи. Важно, что как он развивает себя, то есть что конкретно он делает, где учится, как учится, сколько раз он себя оценивает. И второе, что он делает, чтобы не быть банальным. Это все-таки такая. Угу. Так, значит, как бизнес-тренер развивает себя,
себя и не сваливается в повторение, и банальные темы тренингов. Так, съемка. Содержание тренингов. Откуда черпает творчество и креатив? Ну, как бизнес-тренер развивает себя, он там глубокий как-то, да, то есть он, и про то, что он развивает, и про то, как он черпает, собственно, креатины, чтобы не быть банальным. Итак, у нас с вами, мамочки, у нас с вами получается. Первое. Как повысить вовлеченность участников тренинга в возрасте 19-25, 35+, и, соответственно, работающие более 10 лет, то есть те, которые зубры уже. Второй вопрос. Как организовать эффективное дистанционное обучение, оценку, аттестацию по ТК? Значит, третий вопрос. Механизм оценки эффективности обучения. Значит, четвертый вопрос. Насколько быстро и эффективно могут обучить сотрудников управленческим навыкам? Правильно? А можно к нему еще вопрос? Может, в принципе, навыкам. Коллеги, там уже тренеры, да, тренеров уже вопросы. Вот, да. Значит, смотрите, насколько быстро и качественно вы можете. Вот я предлагаю еще вот эти два вопроса слепить. У нас, значит, переизбыток, по-моему, получается. Да? Раз, два, три, четыре. Вот этот четвертый. И пятый нужно слепить из двух. Насколько быстро и эффективно можно... Давайте шесть оставим. Шесть. Шесть готовы? Все, окей, хорошо. У нас время, иначе все, окей, хорошо. Обмен. Это все один добавить. Да, сейчас мы отдадим. У нас там, Оль, есть спаренные вопросы, там, где они спаренные. У нас там тоже, если нужны будут комментарии. Я подвезу, сейчас они придем. Так, окей, хорошо. Коллеги, ну теперь я раздаю вам вопросы наболевшего бизнес-тренера. Обраточка, да. И мы с этой обраточкой работаем, окей? Объединяемся опять в группы, так же, как сидели, ну и, соответственно, тянем информационные билеты. Так же, по два. Можно вот сразу пойму. Отлично. Коллеги, 5 минут на то, чтобы ответить. Чтобы ответить на вопрос. Так, первое. Что вы бы хотели изменить? Система обучения. Я помню, что я тогда, ну как-то я там немножечко задела, потом я все время возвращаюсь к этому, я все время я что-то делаю, я все время задаюсь этим вопросом, чтобы это было, чтобы была структура. Маленькие, что-то так. Формат обучения, что-то замешанное. Я тоже так считала, я отвратительно, особенно когда под дистанционное обучение пытаются выдать PowerPoint presentation без всяких там комментариев, и они говорят, там уже все написано, читайте все это. Дистанционное обучение, оно же для кого? Оно же для визуалов и аудиалов. А ведь не очень много людей воспринимают информацию именно как базовую информацию. Да, поэтому вот, мне кажется, что это вообще не для всех. Оно не должно подменять. Если как-то тренинг называют дистанционный тренинг, то они вообще полную потому что это уже не может быть. И должна быть внутренняя мотивация всегда на дистанционном. То есть человек должен идти не из подвалки, он должен, значит, да, я получу, я готов над этим поработать. Но даже, может быть, информация. Скорее, кому что и под какие задачи. Да. Очень сильно зависит от личности тренера.
очень сильно. То есть здесь как бы, ну, когда уже ходить, если ты будешь настоять смешанный, все понимают, что имеется в виду смешанный. Что под этим Мне кажется, вообще надо понять, кто заказчик. Потому что HR чаще всего промежуточное звено. Да, поэтому это как вот в этом вот. В испорченном телефоне часто бывает. Поэтому тут надо выяснить, что заказчику и правильно ли вообще, так скажем, у них налажено между собой. И только тогда можно будет понять уже, сколько. То есть здесь, мне кажется, это важно. Кто? Я ненавижу эти анкеты, которые я засылаю. Напишите, что вы знаете, чего вы не знаете, что вы хотите. Как это нормально все оформляется? Коллеги, у вас осталось 30 секунд. С другой стороны, когда ты пишешь, ты очень, ну, как сказать, ты думаешь по-другому. Да, пишешь. Если так, то да. То есть здесь, наверное, важно. Участникам. Отлично. Поехали отвечать на вопросы, коллеги. Да, разворачивайся. Коллеги, включаемся в ответы на вопросы. Озвучивайте вопросы и будем писать ответы. Хорошо. Первый вопрос. Что бы вы хотели внедрить в систему обучения? Ну и в первую очередь, что бы хотелось? Это новые, в скобочках, креативные кейсы. Объясню. Слишком стандартизировано, слишком банальные, одни и те же, грубо говоря, продажи, продай мне ручку и так далее. То есть нет чего-то живого, с другой стороны, подойти к каким-то проблемам. Второе. Можно я добавлю, что зачастую эти кейсы унифицированы под любой бизнес. Соответственно, куда там первый мир приходит, и одно и то же поговорить. Заточенные под разные бизнесы. Да, люди готовились, конкретные примеры и конкретные ситуации. Окей, хорошо, спасибо. Дальше. Второе, очень важно. Психологическая оценка. Что это значит? Вопрос как звучал? Вопрос, что бы вы хотели внедрить в систему обучения? Психологическую оценку группы. Нет, в процессе. Просто объясню. И у меня психологическое образование, и сколько раз я много был на тренингах, я понимаю, что тренер, человек, который знает, там, занимался заполнением трудовых книжек, или если сходил на курсы на тренировку, стал вести тренинги. Она не понимает, что такое группа. То есть она понимает структурированность тренинга и подачу информации, но что каждому человеку нужен индивидуальный подход, она это не понимает. И это большая проблема современных тренировок. Они не понимают этого. Спасибо. Что-то еще? Да, и структурированность программы тренинга. Имеется в виду, чтобы они не были не связанными, а должны идти поэтапно, логично, то есть, ну, как повышение квалификации.
То есть четкая логика в программе? Да. Четкая логика в программе обучения. То есть первый месяц ты одно проходит через 2 месяца, второй через 4, третий, то есть по этапности. Так, окей, спасибо. Следующий вопрос. Немножко юмора, чтобы, если бы у вас была волшебная палочка, что бы вы попросили у тренера? Готовы, эксперт? Да, волшебная палочка. Ага. Готового эксперта. Готового эксперта. Ага. Спасибо. Окей. Следующий вопрос. Давайте. Вопрос. Критерии отбора тренера и он же какой фактор, решающий перед выбором тренера? Да, критерии отбора тренера. Решающий фактор, да? Да, выбор тренера. Фактор. Окей. И? Ну, у нас самое первоочередное такое емкое понятие, как опыт. Рекомендация. Так, опыт, рекомендация. Чтобы человек был лидером, но это при личном знакомстве. Лидерские компетенции. Наверное, количество людей, которым он провел тренинг. Аудитория. Включая, да, аудиторию. То есть не всего, он там, может быть, работал 40 лет и провел, фактически на какое количество людей на работу. Ага, окей, хорошо. Ну, я написала как виды аудитории, да. Огрубляю. Окей, хорошо. Следующий вопрос. Вопрос у нас там. И второй вопрос. Какой результат хотите получить? Ну, первое, это практические инструменты. Кстати, еще в личностные качества тренера это хорошо поставленная речь. Средство оратора, то есть. Обязательно. Просто чтобы он не на затухание работал, а все время держал аудиторию, не выпускался какой-то. Окей. Как так, результат? Больше конкретики, практические инструменты. Ну, то, что эксперт в своем материале. Это первый вопрос. Да. Практические инструменты, что еще? Все, да? Пока все, учитель. Ну и какой-то положительный заряд эмоций обязательно. Положительный заряд для него понятия. Да. Окей, спасибо большое. Следующий вопрос. Наши? Да. Мы можем уступить. Последний. Хорошо, тогда у вас готовы? Какие формы обучения, форматы обучения вы считаете эффективными? Очные, дистанционные, смешанные игры. Так, форматы обучения. Это чтобы чуть не говорить. Все, кроме скульптуры. И ваш ответ? Что у нас там в ответе? Мы вообще считаем, что зависит от задачи, да, от задачи, от того, от чего мы, собственно, исходим. Ну и плюс, конечно, кто конечный потребитель, грубо говоря. То есть клиент, целевая аудитория, потребитель, в общем, всех через запятую. То есть предпочтений сейчас не высказываете? Ну а как их можно высказать, если мы решаем разные задачи? Окей, хорошо, отлично, спасибо. И второй вопрос. Что тренер должен сделать, чтобы HR-служба правильно формировала запрос? Ну, мы сделали вывод, что, видимо, HR-служба неправильно формирует, и мы с этим совершенно согласны, потому что HR – это просто ретранслятор. Что тренер должен сделать, чтобы… Да, выйти, задавать вопросы на уточнение не HR, а заказчику. Проводить интервью с руководителем. Я так быстро не успеваю, секундочку. Я повторю. С потенциальными участниками группы. Так, значит, еще раз можно? Интервью с заказчиком. Интервью с руководителем. Если допустим. Заказчикам. А зачем запрещать это? Руководителям. Что еще? С потенциальными участниками группы, если есть там формальные и неформальные лидеры этой группы. Потенциальными участниками, Формирователи, так сказать, идеи. И с руководителем-руководителем. Это понятие, когда на уровень выше. Руководитель видит проблему несколько под другим углом времени. Чар не заказчик, заказчик бизнес. Поэтому общаться нужно с бизнесом.
То есть могу я сюда это вписать как концепцию HR ретранслятора? Не всегда грамотно. Наша концепция HR ретранслятор. Окей, спасибо большое. Так, и ваши два. И у нас вопросы топ-5 актуальных вопросов бизнеса 2017-го. И какие задачи стоят перед компанией на год? Вопрос. Первое у нас это все-таки повышение эффективности работы персонала, руководителя, линейного персонала. Второе – это соответствие оргдизайна стратегическим задачам. Организационный дизайн компании, ну, то есть это, по сути, штатное расписание, я беру большие кавычки, да? Структура. Структура компании. Стратегическим задачам. Стратегическим задачам. Третье – работа с молодежью. У нас здесь разные поколения. Дальше. Четвертое – это обеспечение квалифицированным персоналом в связи с ростом или расширением бизнеса. И пятое – разработка нематериальных способов мотивации. Разработка нематериальной мотивации. Можно добавить? Сейчас очень острая задача стоит создание кадрового лидера. Так это вот как раз обеспечение квалифицированной растущей компании. Работа с молодежью. Кадровый резерв. Окей. И последний. Кадровый резерв не имеет. Все, там 5 было. Что? Нет, кадровый резерв. Я имею в виду ваш вопрос. Внутренний или внешний? Внутренний. Какие? Ольга, у нас там было 5, если посчитаете. Да, нет, я имею в виду следующий вопрос. То есть топ 5? А у нас все не исполнено. У вас всего, а второй вопрос, какой был у вас? Какие задачи стоят перед компанией? Надо. 5 актуальных вопросов. Это же ответ. Если говорим еще о кадровом резерве и о молодежи, мне кажется, здесь еще вполне актуально внедрение ценностей и работа по ценностям. Все-таки приход нового поколения в компанию, мы должны думать о корпоративной культуре и сохранении того баланса с поколением уже существующим и коллективным. Добавляем ответ? Работа с ценностями. Я согласна. Добавляем? Ваша силовая, в голову директора. Окей. Все, закончили. Спасибо большое. Гонец можно забирать. И сейчас мы получим ответы. Ой. Спасибо большое. Еще пока не получится. Ну вот, здравствуйте. Здесь мы управились обратно в сторону быстрее. Собственно, что мы сейчас дальше делаем? Мы смотрим на животрепещущие ответы, наших животрепещущих вопросов, которые мы задавали. И дальше нам нужно сделать следующее. Нам нужно выделить 3 тренда в образовательной области, которые напрашиваются после того, как вы сейчас сформулировали ваши боли и ваши ожидания от рынка, и, соответственно, после того, как вы увидите ответы бизнес-тренеров. Да? То есть 3 тренда на рынке развития и образования, которые вы, как HR, чувствуете сейчас, да, ваши потребности отражающие потребности компании, возможно, отражающие потребности людей, с которыми вы сейчас работаете, как HR, да, и несколько тем тренингов, которые, это уже ответы? Нет, это просто. Это их ответы. И несколько тем, соответственно, тренингов, которые явно будут пользоваться спросом или явно будут интересны, просто как название тем, да, которые там под собой чего-то могут иметь в виду. И дальше мы, соответственно, сравним. То есть сейчас мы получили объем информации, мы сами подумали эту информацию, выбрали, получим объем информации оттуда и посмотрим, какие тренды... Чуть-чуть мы задержались. Да, какие тренды напрашиваются у нас, у группы HR. Мы сравним, как из объема информации, которую получили они, какие тренды попросились у них. Посмотрим, совпадение или не совпадение этих трендов, это очень интересно. Ну и кто-то, соответственно, там будет делать презентацию, кто готов попрезентовать. Кто хочет попрезентовать сегодня? Ответ. Здесь вопрос был, насколько быстро и эффективно можно обучить навыкам управленчества? Ситуации 2. А. У HR нет рабочей модели компетенции, и тогда быстро никак не получится, ее нужно делать. И второй вариант, когда рабочая модель компетенции есть, что и какие варианты предлагают? Цикл тренингов, где-то 2 на 3.
плюс наставничество, если есть кому наставником быть. Ну и третий вариант коучинг, опять же, если оправдан. Так, этот вопрос был про организацию дистанционного обучения. Так. Четыре пункта выделили. Во-первых, нужен точный вопрос, где все три стороны понимают, что хотят и что должно быть, да? Перечисление того, что должно быть. Определение формы включенности, включение креативных элементов. Третье, должен быть компетентный тренер именно в дистанционном обучении. Там же специалисты есть по дистанционному обучению, поэтому они говорят о том, что это особый разряд компетенции. Да. И четвертый пункт в дистанционном обучении — это должна быть сделана система оценки и до, и после обучения. Так, это мне не очень скучно. Но по поводу аттестации дистанционной, они не очень поняли, что это такое. Долго меня спрашивали, тренеры, что это аттестация тренера. Аттестация, да, там законодательство. Ну мы тогда решили, да, что тут уж нужна очная встреча, чтобы понять, что такое. Что имеется в виду? Вопрос про механизм оценки эффективности обучения. Опять возникало много вопросов, как бы обучение, дистанционное, дистанционное, как обучим. Но тем не менее, пунктов выделили три. Первое – это оценка квалификации сотрудника, поделенная на количество принесенных денег или на время, затраченное на работу. Выполнение планов продаж или каких-то других планов, которые ставятся там KPI, что-то. Ну и третье – это оценка компетенций до и после обучения. Сравниваем, что было, что стало. Вопрос про вовлеченность персонала разных возрастов. Решили поделить на три части, успели полторы. В претренинговой диагностике, у нас сыр, да? В претренинговой диагностике, в ходе тренинга, два должно было быть уже. Поделили на три группы. 19-25 лет, как они предполагают вовлекать в обучение. Собираем ожидания, делаем какие-то тесты, высылаем материалы перед тренингом через мессенджеры, ну, через современные всякие. 35, старше 35, запрашиваем кейсы, проблемные, успешные, их рассматриваем потом на тренинге. То есть человек уже готовится перед тренингом к чему-то. Ну и опытных, с опытом более 10 лет, просим подготовить тему и выступить как эксперта. Из того, что успели в ходе тренинга для 19-25 лет, это показывать видеокейсы и примеры из современного кино. Предполагается, что это их увлекает. Не успели это сделать, но еще было дополнение, что если есть экзамен, вовлеченность гарантирована, считает тренер. Поэтому экзамен, в общем-то, видимо, для всех. Вот так наклеила. Развитие. Ну и развитие бизнес-тренера, прям перечислено все, где бизнес-тренеры не только могут, но и реально участвуют, как чтобы развиваться. Мало того, что читают, ходят на разные конференции, на бизнес-завтраки. Есть несколько клубов бизнес-тренеров, ходят туда, участвуют в выездных мероприятиях, ходят на тренинги к другим тренерам. Смотрят, что хорошо, что плохо. В соцсетях смотрят не то, что там что-то делают, там много видео есть, много полезных групп, контента. Вот туда ходят, смотрят. Демоверсии супервизии есть у тренеров, возможности выступить перед кем-то, получить обратную связь и таким образом развиваться. Ну и театр, кино, спорт, путешествия, тут многоточие, не в лето. В общем, всякий разный доступ тоже входит в одну из возможностей развития бизнес-тренера. Никто из них не упомянул о том, что есть желание, потребность поработать в бизнесе, чтобы понять, какими проблемами заниматься. Внутренним тренером, спасибо большое. Бизнес же вообще нет. Такая идея даже не витала в воздухе? Не слушала, что витала в воздухе, но вот все. Ну, из зафиксированного получается, что не витала. Еще что-нибудь по содержанию? Да, спасибо. Ну да, не могу сказать, что сильно ожиданные ответы. Хорошо, спасибо большое. Тогда мы, собственно, двигаемся в сторону трендов и тем тренингов. Давайте, у нас есть максимум 5 минут. Хорошо, еще собираемся. Что-то вы вообще очень. Нас сегодня просто впихнули в 5 минут, потому что по-хорошему, конечно, время не для осознанности, все делаем. Да, по-хорошему, конечно, то, что мы делаем, но для того, чтобы это было реальным результатом, нужно час полтора, в принципе, по моим ощущениям, но мы работаем в тех рамках, которые нам запихнули, поэтому окей. Хорошо, смотрите, коллеги, соответственно, я предлагаю попробовать сформулировать тренды, да, вот из того, что вы сейчас озвучивали с точки зрения того, что болит, и из того, что нам сказали бизнес-тренеры, да, как со своей стороны стены, тренды в развитии персонала, которые вам, кажется, на этот год будут явно актуальными. И темы тренингов, которые напрашиваются после всего того, что вы услышали. Тренды быстро. Быстро. Быстро ответить, быстро обучить, быстро подготовить. Программу быстро.
отдадим на один день руководителей, сделайте из них звезд быстро. Окей. Что еще? Какие еще напрашиваются? Оперативно. Ну, быстро, оперативно, но вот как бы рядом. Там чего-то такое явно ходит внутри про бизнесовость тренеров и про взгляд изнутри. Вот у меня возникло ощущение, что был какой-то явный отклик. Как это, если тренд попробовать сформулировать? Практический опыт. Тренер. Практический опыт тренера, ну, у нас... Ну, работа как бы... в полях, вместе с продажниками, вместе с кем-то. То есть вот это вот, как это, из бизнеса, то есть работа в бизнесе? Да, обязательно. Практически. Как это, если ты тренинг по продажам делаешь, то желательно, чтобы ты продавал сам, что угодно. Ага, да. Опыт продаж, если ты преподаешь... Что еще раз? Нет, я просто комментирую коллегу, что тут тот опыт, о котором мы сказали вначале. Да. Опыт профессионализм и падение. Чтобы снять потребность, нужно провести какое-то время в бизнесе. Если ты работаешь в сервисе, значит, звони на телефон и слушай, что тебе говорят. Если ты работаешь с продажниками, иди и смотри, как это работает. Давайте так, побудь тем, кого ты собираешься учить, как тренд. Да. Практически опыт. Не побудь, а будь. Ну, побудь, потому что как бы тренеров у него все-таки... Если педагоги. Да, можно выходить из этих сообщений, попрактиковаться, да, другое дело в процессе работы, не просто месяц-два, в процессе работы, когда какие-то проекты возникают, какие-то ситуации, какие-то авралы, какие-то критические ситуации, как из них выходить, да, можно прийти побыть по... Я поняла, смотрите, тогда здесь немножко про другое. Тогда вы скорее говорите о том, что вы будете готовы брать только тех тренеров, которые работали в той области, из которой. Это очень внутренний тренер, да. Ни одного тренера не слышала вопрос, что дайте мне посидеть на вашем совещании. Ну, это я послушаю, как вы общаетесь. Это не важно вообще. Как у вас тренер у вас тогда? Хорошо. Узкая организация. Работала. Противоречит тренду быстро. Сейчас у нас все быстро. Кинуть 20 килограмм за 2 дня. Люди отвыкают от того, что чтобы получить результат какой-то, нужно вложить много труда и потратить много времени на это. Это и заказчики тоже от этого отвлекают, отвлекают, надо сказать. А, окей, давайте так. Вот я это сформулировала как узкая специализация. Работала ли ты тем, кого учишь? Возможно, это надо дополнить еще как вариант вот тем, что вы предложили, да, готов ли ты побыть внутри компании? Готовность побыть внутри компании. Ну, экспертность. Ну, экспертность очень широкое понятие. Ты уходит ни за что больше не отвечаешь. Это большая проблема. Так, то есть готовность побыть внутри компании, здесь я имею в виду совещания. Фактическая работа в должности. Продажи, переговоры. Внутренней компании, внутри бизнеса. Ну, да. Ну, а как это? Потому что внутри компании здесь можно прочитать по-разному. Да? То есть тренер, который работает как фриланс, фрилансер, и его не вытянуть внутрь компании, да, чтобы он был и поработал там, на задачи, которые в компании есть. Просто те тренеры, которые иногда и работают внутри компании, да, то есть, у нас есть тренеры, их тоже нужно погружать. Их нужно сажать конкретно на место продажника, на место клиентчика. Потому что иначе они идут вот туда. Я это, видите, фактическая работа в должности, да, то есть я это обозначила довольно конкретно. Окей, хорошо, какой-то тренд еще имеет смысл написать, вот из того, что мы сейчас обсуждали? Я выделила автоматизацию обучения. Ну вот явно напрашивается, да, альтернативные способы обучения, то есть это явный акцент на дистанционное обучение, онлайн обучение и т.д. и т.п., да, то есть вот эти акценты. Использование автоматизация гаджетов современных. Использование информационных технологий. Обучение. И использование информационных технологий. Гаджеты, я сейчас слушаю. Гаджеты, использование IT-технологий. Окей. С точки зрения тем тренингов, которые, как вам кажется, из того, что вы обсуждали как проблематику, напрашиваются в этом году? Управление командой. Очень высокий запрос. Командами? Командами, удаленными командами, но даже скорее вот более высокими. Управление удаленными командами. Угу. Что еще напрашивается? Я бы пришли на коммуникацию, по-моему. Мне кажется, это как бы вечная тема. Вечная коммуникация, конфликты.
Знаете что, я, может быть, только бы добавила вот как вариант из того, что я слышу, эффективные коммуникации, близкие на расстоянии, потому что сейчас очень много становится работы, которая связана с тем, что вы удалены друг от друга, и вы начинаете коммуницировать по скайпу, это прямо уже на сегодняшний момент абсолютно реальность всех компаний, да, там коммуницировать, то есть собеседование по скайпу, простите, это реально всех HR, уже на сегодняшний момент без вариантов. И это сильно другая технология собеседования. Еще добавила удаленными командами и сотрудниками, потому что удаленных сотрудников тоже очень много, и вопрос, как ими управлять, как их обучать, как мотивировать, эту тему много. Так, удаленные команды, удаленные сотрудники. И сотрудниками. И еще тренд вот запрашивать всякие там скрамы, agile, вот все. А, то есть технологии работы команд? Команда. А вы уже строите? Строить у нас нет. Плохо строит вопрос. Окей, чего-то еще напрашивается или все? Управление на уровне ценностей компании. Да, управление на уровне ценностей, да. Мне кажется, что это сотрудниками на уровне ценностей. Окей, все. Пойдемте объединяться и смотреть, как выглядит наша сторона и как выглядит сторона тренеров с точки зрения того, что мы сейчас уже обсудили. Пойдемте, пойдемте объединяться, друзья мои. Нет, давайте, давайте мы оставляем листочек этот у нас, тот там, и целый день мы можем ходить, обсуждать. Хорошо, что мы так здорово и активно начали, да, идеи начали в голове бродить и ходить. Объединяемся или нет, Алина? Мы не объединяемся, потому что через 3 минуты у нас должно начаться уже новое выступление. Хорошо, коллеги, тогда огромное вам спасибо. Это было здорово. Сейчас у нас в этом зале будет как раз про экспресс-обучение руководителей, кому было важно. Полчаса. Кто? Дистанционное обучение. Ну тогда надо идти в тот зал и смотреть, что написали они.